страшно, что сейчас в Европе кризис. И вместо шмоток из Китая тряпки носят. И те, кто раньше делал малый средний бизнес, все на пособии и от работы косят. Но пришла к нам внезапно новость, что в Европе подъем. 22 притопа, 22 прихлопа, из рецессии выходит вся Европа. 22 притопа, 22 прихлопа, лопа! Счастье плачут чехи, что позади пора уныния и спада. Есть в экономике конкретные успехи. Время самое нам как раз цены вздернуть на газ. Эх, 22 притопа, 22 прихлопа, из рецессии выходит вся Европа. 22 притопа, 22 прихлопа, опа! 22 притопа, 22 прихлопа, из рецессии выходит вся Европа. 22 притопа, 22 прихлопа.